Добрый день, друзья. Ну, давайте немножечко поговорим. Очень короткий у нас будет сегодня вебинар. Я просто хочу кое-что показать. Ну, и заодно несколько видео, да, поговорить, а не только голосовым сообщением. Ну, еще раз, что у нас представляет собой один из вариантов криптовалюты? Смотрите, давайте посмотрим здесь. Чтобы было просто. Litecoin. Open source P2P. Digital currency. Здесь написано. Здесь написано. Litecoin is a... простите, дайте я вам покажу экран. Так. Вот так. Значит, видите, да? Litecoin. How many Litecoins are left? Litecoin is a good investment. Will Litecoin reach $10,000? 10 тысяч. Сегодня его цена 220, где-то так. Is Litecoin better than Bitcoin? И так далее. How many Litecoins are left? Сколько осталось? Значит, Litecoin is a cryptocurrency, криптовалюта, которая обеспечивает мгновенную оплату to anyone in the world, любому человеку, любой компании в мире. И это может быть, скажем, майн, это добывать, да, добывать Litecoin с помощью определенного, ну, hardware, это, скажем, это компьютер, а software – это то программа, которая вложена в этот компьютер, то есть с помощью оборудования соответствующего. Значит, далее, Litecoin, значит, децентрализованные деньги, они свободны от каких-то там, ну, скажем, обладателей, да, и открыты для всех. Так? Здесь написано, отправляет очень небольшую, за небольшую стоимость, частным образом, очень и очень secure, то есть никому недоступное, ну, и так далее, и так далее. Оплату, короче говоря. То есть это технология, это особая технология. Поэтому, когда мы говорим о криптовалюте в целом, и начинаются там какие-то разговоры по поводу, как это правильно, кошерная криптовалюта, это люди говорят ни о чем. Потому что криптовалюта, если брать о том, что такое криптовалюта, это понятно. Тогда можно тут объяснить. Но для чего она нужна, никто же не знает. Просто поговорит внешне то, что где-то как-то лежит. А внутри как, что и для чего, об этом большинство людей понятия не имеет. Ну, просто чтобы поговорить. Это есть такие говорящие головы, вот они говорят. Какие-то более авторитетные, какие-то менее авторитетные и так далее. Вот видите, Litecoin hits $200. Значит... Это Твиттер, в котором я в Твиттере, видите, да? В котором в Твиттере я тоже участвую. И сейчас, правда, я почти не делаю никаких постов и очень-очень давно. Но были у меня дни, когда за один день было несколько тысяч, до 8500 просмотров графиков, там 8-10 графиков, 8500 просмотров было за один день. Мне не надо утверждать себя, мне не надо, чтобы мне кто-то верил, кто-то шел за мной, кого-то я там куда-то затягивал. Мне не надо, я достаточно уже человек состоявшийся, и мне вот эти вот сидеть на троне и показывать свое величие и близко, и далеко не надо. Поэтому я делаю лишь то, что у меня просят. Вот у меня задают вопросы, я на них отвечаю. А сам я иногда говорю, ну, еще раз, нет. Наставительным тоном, а тоном, скажем так, нейтральным абсолютно для, собственно говоря, для всех. Вот, такие дела. Давайте, значит, поскольку это достаточно коротко, я вам хочу показать небольшой график. Да? Значит, это у нас, так, Litecoin. Значит, вот смотрите, ребят, у нас здесь все, видите, все здесь, вот видите, LTC он обозначается. Это криптовалюта. Вместо того, чтобы поговорить, поболтать, меня это не интересует и никак, и ни почему. То есть
Вот у меня есть заранее обозначенная зона, и студенты только в этой зоне разбираются. Они понимают, о чем идет речь. Я сейчас не могу отвечать на вопросы, я не вижу. У меня только один монитор здесь. У меня еще достаточно рано, 6 утра. Вот. Ну, урок будет скоро, и программы на Сангей-центр, поэтому я встаю в 4 часа, ну, если не раньше. Так вот, видите, мы дошли до этой точки, и здесь я беру профит. Потом она летит вниз, я покупаю, и при пробитии этой зоны resistance я вхожу. Значит, вот здесь написано 184,97, 185, а здесь написано 220. Значит, 221, да, мы отнимаем 185 и имеем сколько? 35, правильно? 35, да? Что такое 35 по отношению к 185? Это 20 почти процентов. Вот здесь я зарабатываю 20%. Сколько в год люди могут получать процент на свой инвестмент? Сколько? Ну, 10 – это выше крыши у нас считается. Вот. Если где-то выше, нет такого. Значит, средняя цена выше крыши – это в мире. А если в России 15 или где-то там больше, ну, тогда это полная чепуха. Ну, придет время, рано или поздно это все выяснится. Вот, таким образом, поэтому вот здесь я зарабатываю порядка около 20%. Значит, вот здесь написано дневной график, daily. Значит, смотрите, один день и второй день. Значит, за два дня я зарабатываю, ну, он выше пошел, я зарабатываю, да, 20%. Значит, зачем мне эти разговоры? Насколько это кошерно, еще раз повторяю, насколько это правильно, насколько это, ну, кто читает чат, тот видит, да, спекуляция. Ну, что за чушь? Я пользуюсь своими мозгами, вот эти линии, вот эти, это очень четкий и очень строгий расчет, основанный на, вот здесь написано. Где она написана? Так, вот. Вот здесь написано. Биржевая академия трейдинга Deltic. Обучающий курс Майкла Медлиха. Урок 5. Цифры, линии, уровни Фибоначчи. Главный секрет небесной гармонии. Главный секрет небесной гармонии. А вот эти здесь разговоры, это разговоры человеческой не гармонии, а просто разговоры, а просто поговорить, ни на чем не основанные, поэтому толку с этого никакого нет. Даже если они не основаны на чем-то, нам легче от этого жить будет, если мы узнаем, как и что. Нам нужна информация всегда для чего-то. Так человек жил ранее. Сегодня информация нужна просто для информации. На основании просто информации люди становятся докторами, наук, академиками и так далее. Понимаете, я получил свое профессорское звание по линии ЮНЕСКО, между прочим, за вклад в обучение. Ну, это один из вопросов. Проверяли с разных сторон, и моя кандидатура была утверждена на ученом совете, и вот таким образом, значит, но дело-то не во мне, потому что я практически это показываю. А сегодня у нас 98, наверное, с половиной процентов, все теории, теоретики у нас, которые просто о чем-то говорят и получают какие-то звания. А открытий на самом деле очень и очень мало. А даже если они есть, так это тоже теоретические открытия. А все всегда были практическими. Нобелевские лауреаты до 1800 или какого-то там года, я не помню, получали 95%. Это были действительно практические вещи, которые применялись. А сегодня у нас получает... Да, понятно, кто получает. Короче говоря, смотрите. И показываю для тех, кто имеет подписку, показываю. Плюс... Смотрите, здесь написано, это реальный аккаунт, реальный счет. LTCUSD. Видите? $670. $670. Теперь смотрим сюда. Equity 2466. Equity 2466. Было, знаете, сколько, когда открылся аккаунт? $1000. $1000. Потом дошло до 2000, честно говорю, как оно и есть. Хотя мне было предложено это не упоминать. С 1000 я дошел до 2000, то есть я сделал 100% за 3 недели. 100, не 30, 100%. После этого решил поиграться, поскольку я не знаю, это платформа. Это не платформа американская, это платформа любая. Вы сейчас в основном находитесь на территории Европы, да, ну, России и так далее. Это платформа для вас, она называется Amarket. Я в ней не очень сильно разбираюсь, но пользуюсь.
Для меня, все, что мне надо видеть вот эти графики. Все. И надо делать трейдинг. Сейчас у нас воскресенье, все закрыто, иначе я, вот, я не могу закрыть этот. Значит, придется ждать понедельника, когда откроется, чтобы закрыть. И получить 700. Тут было больше, чем. Значит, $670 на 2000. Но если мы отнимем 670, значит, здесь было 1800. 600 на 1800. Сколько это получается? Это сколько? 40. 40 с лишним процентов я получаю только на одном, на одной криптовалюте. Только на одной криптовалюте. Да? Это Litecoin. Правильно? Значит, если я сейчас буду брать другие платформы, то вот здесь стоит цифра. Видите? Вот здесь стоит цифра. Вот эта цифра пришла с 17. Это реальные цифры. Значит, это счет, который мной взят в управление, чего я делаю крайне редко, с 17 до 22, 5 тысяч. 17, 5 – это 30% на протяжении нескольких, ну сколько, недель. Да? Тоже примерно 3%. 3 недели здесь было. Но цифра, сами понимаете, достаточно нормальная. Это только тоже один из счетов. Вот, к чему я это показываю? Не потому, что я какой весь из себя молодец, а я показываю, что как из теории сделать практику, дорогие друзья. И если мы посмотрим сюда, то это всего лишь Litecoin. Значит, здесь у нас идет link, и здесь все очень просто. Это в основном урок для студентов, который начнется через 2 часа. Вот, значит, вот линии, которые мной расчерчены, и это строгий и очень четкий математический расчет, значит, который основан на сакральной геометрии. Сакральная геометрия. Хоть один, вы расскажите, покажите мне хоть одного преподавателя, который упоминает слово сакральная геометрия в применении к биржевым каким-то делам. Ну, то есть, еще раз, у нас есть профессии, по которым мы работаем, и это рабочие профессии. И мы, живя материальным миром, зарабатываем деньги. Если мы хотим деньги зарабатывать своими мозгами, а не тем, чтобы копать ямки, ну, это у каждого свое, как говорится, да, то мозги надо направить в нужное русло желающим, разумеется, да. То есть это очень тяжело, это не для каждого, поскольку учиться всегда тяжело. А вот поговорить очень легко, особенно когда есть информация. Ну, вот ее обсудить, эту информацию, она же есть, она же не придуманная, понимаете? То есть мы берем информацию, начинаем ее обсасывать, эту информацию, ищем противоречия в этой информации. Вот так человек сегодня построен, понимаете? Вот. И вот что мы делаем? Мы видим, вот это первый момент, вот это первый показатель, допустим, да? Это первый показатель. Я полагаю, что если есть студенты, это было бы хорошо, которые будут, это для них, вот, для них это учебный материал. Значит, речь идет о суппорте и резистенции, не обращая внимания, откуда и как получены вот эти вот циферки, вот эти линии проведены, это мы учимся на курсе, не здесь, разумеется. То есть показатель пробития этой зоны говорит о том, что мы идем значительно вверх. Поэтому я ищу точку входа, это точка здесь, основанная на давних там линиях, которые были до этого проведены, они сохраняются, и далее мы идем вверх. И куда мы идем? В следующей зоне. Значит, если мы здесь покупаем на уровне 25,5, то здесь мы имеем 28, 25,5, 28, 2,5, 10%. 4 часа. Значит, за 8 часов мы получаем 10% на ваш инвестмент. Если у вас есть, слава богу, $1 000 000, то мы получаем $100 000 за 8 часов. Понимаете, да? Если мы имеем 1 000, мы получаем 10%, $100 за 8 часов. Да? Рабочий день, $100. Будем получать $100 каждый день. Ну, я не говорю о том, что мы здесь купили, там получаем значительно больше. Вот. Пробитие зоны, видите? Опускание в эту зону и покупка. Точно та же самая схема. И покупка. И опять выход, и опять 10%, значит, вышли сюда, sell short, здесь плюс 10%, сверху вниз 10%, 20%, снизу вверх еще 10%, 30% за сколько? За 2 дня, за 3 дня. 30% на весь ваш инвестмент. Пробиваем зону, куда мы идем? К следующей зоне. Как она получилась? Вопрос следующий. И пробиваем зону,
И идем к следующей зоне. Следующая зона здесь. Пробиваем зону и идем выше. Но об этом мы на курсе будем говорить. Это LINK. Еще одна система. Еще одна компания, которая проводит что? Криптовалютную информацию. Причем тут спекуляция, расскажите. Если есть инструмент, и вы имеете возможность им пользоваться, то вы этим инструментом зарабатываете деньги. Если у вас есть, понимаете, стамеска и рубанок, и там молоток, и гвозди, то вы, наверное, делаете что-то. Это ваш инструмент. Вот этот инструмент, пользование инструментом, а не как построить дом в теории. Можно построить дом и будет рассуждать. Его можно построить на песке, правильно? Его можно построить на фундаменте, верно? Его можно в воздухе повесить, да? И будет, теоретики будут рассуждать, как строится дом. А практики берут инструмент и строят дом, понимаете? Вживую. Вот чем отличается теория от практики. Здесь та же самая схема. Чем она отличается? Теория от практики. И здесь мы своими мозгами зарабатываем деньги. Вот и все. Кто-то эти деньги зарабатывает, мы вместе с ними точно так же зарабатываем. В чем здесь проблема? Шахматисты, еще раз, я как в прошлом шахматист неплохой, значит, я на деньги, правда, никогда не играл, в карты я играл. Вот. Но я играл только в интеллектуальные игры, скажем так, типа преферанса. Так вот, шахматисты могут играть. Но любой шахматист, почитайте «Белое и черное» Котова, почитайте все это. Я читал многократно, зачитывался, но это было очень много лет назад, когда я читал эти книги. Они играли, да, они за это получали деньги. Это нормально было, нормально получать деньги за свои мозги, понимаете? Значит, вот и все. Понимаете, есть теория, есть практика. Теорию надо положить на практику и начинать работать. Для меня это шахматная комбинация. Как от этой точки прийти к этой точке? И я этим использую сакральную геометрию, вот только и всего, и нахождение этих уровней. Ну, друзья, я надеюсь, вам понятно, да? Так, теперь мне нужно найти, где у меня программа, да? Так, вот я нашел, где моя программа, в которой мы с вами общаемся. Ну, я вижу, огромное количество людей присутствует, аж 10 человек присутствует. Ну, наверное, так этим людям интересно. Дорогие друзья, благодарю всех за этот коротенький видеообзор, участие в этом коротеньком видеообзоре. Вот, ну и... Можно брать пример с тех людей, которые участвуют, которые, несмотря на внешние обстоятельства, хотят познавать. Ну, в данном случае тоже, потому что, в общем-то, все мои уроки и все мои курсы – это не только технический трейдинг. Это школа жизни, поскольку сакральная геометрия именно говорит об этом, как... И не только как пользоваться мозгами, а как информацию получать, как ее адаптировать и как ей пользоваться. Вот такая штука. Благодарю всех. Пока.